О метео и астропрогнозах расскажет вам Небесная канцелярия. И вас приветствует наш спонсор, Центр снижения веса Барменталь. 11 октября, по данным Гизметео, в Северодвинске ночью ожидается 5 градусов тепла. Днем столбик термометра поднимется до отметки плюс 8. Пасмурно, небольшой дождь. Ветер западный к вечеру сменится на северо-западный до 6 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо падать и к вечеру составит 759 миллиметров ртутного столба. В этот день, по словам астрологов, можно добиться многого. Он благоприятен для деловых переговоров и встреч. Хорошо проходит собеседование. Возможны значительные денежные поступления. С точки зрения личных отношений день также благоприятен. День подходит для начала новых романов. Сделать новые отношения более успешными поможет наш спонсор, Центр снижения веса Барменталь. Сделайте шаг к стройности уже сейчас. Эффективное и комфортное расставание с лишними килограммами. Ближайшая группа снижения веса с 17 октября. Спешите, запись уже идет. Телефон 8 911 554 6006. До свидания.